Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про основание Viscaria Super ALC. Основание, конечно, вышло более чем полгода назад, но до меня оно только дошло. Приобрел два основания на тест, на пробу, посмотреть, что как, чем она, собственно, отличается от обычной Viscaria, и ответить на вопрос, почему среди, скажем так, окружения игроков достаточно хорошего уровня так много тех, кто перешли на Viscaria Super ALC. На самом деле, как только Butterfly сделал анонс, что выйдет Viscaria Super ALC, меня сразу заинтересовало это основание. Потому что Viscaria было достаточно популярным основанием, достаточно универсальным основанием, достаточно всеядным к накладкам основанием. Если обобщить, универсальное основание, которое подходит очень широкому кругу игроков, причем разных стилей. Выходит новая версия, которая называется тем же названием, только с приставкой Super. И как заявлено, она должна быть лучше во всем. Ну, конечно же, это интересно. То есть Viscaria, которая еще быстрее, еще контрольней. И как, опять же, по заявлениям, еще и с большей задержкой. Как вообще такое может быть и может ли? Это как минимум интересно. Но потом прошел почти год с момента выхода этого основания. И играя с многими игроками, как я уже сказал, достаточно высокого уровня, выше моего и существенно выше, я буквально у каждого третьего игрока видел это основание. Viscaria Super ALC, Viscaria Super ALC. С разными накладками, но тем не менее очень у многих, и каждый отзывался об этом основании положительно. Практически все до этого играли либо вискариями, либо похожими основаниями, и очень довольны переходом на новую вискарию. Ну, это, скажем так, предисловие, и переходим дальше к самому основанию. И хотел сказать с внешнего вида, но у основания достаточно, скажем так, простой, но при этом стильный, симпатичный дизайн. О качестве обработки, наверное, смысла говорить нету. Это Butterfly. Модель достаточно недешевая, поэтому понятно, что здесь все обработано без каких-то нареканий. И здесь, наверное, дальше говорить не о чем. Следующее по характеристикам. Это основание категории OFF. По весу у меня два основания. Одно весит 88 грамм, второе весит 90 грамм. Далее, по развесовке. У данного основания развесовка немного смещена в лопасть, но тем не менее развесовка достаточно сбалансированная для того, чтобы не чувствовать, скажем так, тяжелую, да, голову ракетки. То есть со стандартными накладками, там по 48, по 50 грамм, как бы развесовка достаточно удачная, нету никаких проблем скручивать слева, не чувствуется, что там голова ракетки какая-то перетяжеленная. То есть баланс, как был у Viscaria хороший, так он и остался. Следующий момент – это гибкость. Viscaria Super ALC – это достаточно гибкое основание. Так, следующий момент, ну, это стандартная семислойка, верхний слой кота, Ореоид Карбон, Лимбы и Кири. Butterfly любит такую компоновку, то есть здесь никаких опять сюрпризов нет. Сюрприз лично для меня был в том, что это основание достаточно гибкое. То есть гибкость у него выше среднего. До этого тестировал основание Inhe Long 8S, которая тоже считается гибким. Так вот, Viscaria оказалась еще более гибкая. Кстати, да, если сравнивать Viscaria Super ALC и Long 8S, основания достаточно похожи. Очень много общих, скажем так, элементов. Но потом сниму обзор на Long 8S, и, скажем так, все станет на свои места. Кому интересно, пишите об этом в комментариях. Так вот, начал я про гибкость. И вот эта вот сильная гибкость при
жестком верхнем слое и достаточно жестком композите дает следующие интересные свойства. То есть чувство мяча, оно как бы среднежесткое, но за счет гибкости чувство мяча ощущается мягче, а задержка больше. При этом тоже интересный момент, что сама задержка на основании за счет его жесткости должна быть небольшая, но за счет, опять же, гибкости она продлевается. Это очень интересно раскрывается в разных игровых ситуациях. То есть у вас при, скажем так, мягкой игре и при жесткой атаке, при мягких блоках, при жестких блоках основание работает немножко по-разному. И если к этому привыкнуть, это прям очень классное оружие. То есть получается основание при там, короткой игре. Кстати, да, давайте начинать. Кстати, да, надо уже рассказывать по элементам. То есть при короткой игре у основания задержка не ощущается. То есть при этом жесткий верхний слой, который даже на короткой игре чувствуется, что накладки прожимают очень хорошо. Я тестировал ее с бигдиперами. Потом тестировал ее с китайскими липучками. Также тестировал ее с накладками Tenergy 19 и Dignix 09C. Да, забегу вперед, скажу, что основание всеядно. Все типы накладок на нем сидели прям отлично. Вот. Особенно меня впечатлило, как на ней сидели липучки. Так вот, короткая игра у этого основания хорошая, прием подач хороший, по той причине, что основание достаточно жесткое, задержка, соответственно, небольшая, и вы не так сильно чувствуете приходящее вращение. При этом при своих продачах я проблем с недостатком вращения не увидел. То есть пока в этом моменте одни плюсы. Далее, блоки, накаты, плоские удары. В плоской игре у этого основания все хорошо. Причем очень интересный момент. Как я уже сказал, основание достаточно жесткое, но за счет гибкости мяч продолжает на нем сидеть. И что в блоках, что в плоских ударах, что в... Особенно это хорошо проявляется по игре против топ-спинов, навесных топ-спинов. То есть вы все контролируете, но при этом реакции на приходящее вращение не так много, как там с другими основаниями, где задержка, скажем так, повыше, да, и верхний слой помягче. При этом плоские удары, опять же, хорошо работают со всеми типами накладок. При плоской игре высокий контроль, высокая скорость. Я перешел на Вискарию Супер АЛЦ после 9.6.8, и прям на блоках была сильная разница. То есть блоки были существенно быстрее. Мне было достаточно заблокировать и перевести мяч в угол для того, чтобы соперник не успевал. То есть даже не обязательно было добавлять своей скорости. Очень понравилось вот в этих элементах. То есть какие-то быстрые топ-спины можно прям было блоками запихивать по углам. У основания 9.6.8 это требовало, скажем так, большего внимания, так как задержка большая и мяч надо было всегда прорабатывать. Так что, что касается блоков, плоскочей, Вискария Супер АЛЦ прям порадовал. Следующий момент это топ-спины и перекруты. Что касается топ-спинов, Вискария Супер АЛЦ тоже порадовал. То есть здесь как навесные медленные топ-спины, так топ-спины скоростные, так и плотные, мощные топ-спины. Все делать удобно, а что самое главное, контрольно. То есть опять вот интересно срабатывает вот этот эффект. За счет того, что верхний слой у основания жесткий, композит жесткий, очень легко выжимать скорость, и основание очень хорошо прожимает накладки. Но за счет гибкости мяч все равно висит на основании, и у вас есть вот это вот ощущение контроля, что вы успеете его подкрутить, вы успеете его прокрутить, вы успеете его обработать. Достаточно необычный такой эффект. То есть сколько я тестирую основание,
даже не могу сравнить, на каком основании был похожий эффект. То есть вы чувствуете, что она жесткая, что ну, контакт жесткий, но при этом жестком контакте мяч все равно висит, и при этом задержка все равно остается. Очень интересный момент, за счет которого очень легко выжимать на топ-спинах скорость, при этом вращение остается достаточно хорошее. Опять же, благодаря гибкости основания. Также гибкость нам дает подхлёст, которого у этого основания ощущается очень хорошо. То есть при преодолении определенной силы, вот эта вот гибкость, да, то есть гибкость основания вот этого вот дает ну, определенный подхлёст, который облегчает вам игру, особенно скоростными топ-спинами. Вам не нужен какой-то большой замах, достаточно прорабатывать движение вперед, обрабатывать мяч, и мяч достаточно контрольно, очень быстро улетает вперед. Опять же, при переходе с 9.68 этот момент тоже очень понравился, что движение можно делать в полтора раза короче, а мяч летит ну, с такой же скоростью. Да, фактически там немного будет меньше вращения, но когда у вас более короткий замах, в том числе и сопернику, скажем так, тяжелее, да, реагировать и определять скорость мяча и направление. Потому что ну, само движение у вас короче. У него просто меньше времени на реакцию. Поэтому вот этот момент тоже понравился. Да, не сказал про скорость. То есть заявлено, что это основание off, но по факту, если это и off, то, наверное, в верхней границе off-а. То есть основание очень быстрое. Если его гнуть, если играть плотно, то по ощущениям оно выдавало скорость на все off-плюс. Это что касается скорости. При этом, опять же, в какой-то медленной, в промежуточной игре, опять же, основание чуть-чуть, видимо, опять же, за счет гибкости поглощало скорость и ну, не ощущалось быстро. То есть очень удобно было как-то аккуратно играть по месту. Вот, с этим никаких проблем, опять же, не было. Перекруты. В перекрутах тоже никакой проблемы. То есть за счет, уже опять много-много раз повторяю, за счет того, что жесткий верхний слой, при этом основание гибкое, получалось ощущение, что мы как будто меньше чувствуем приходящее вращение, но при этом на нашей доске мяч за счет гибкости все равно продолжает висеть. И опять же, за счет гибкости, да, не нужно такое там мощное амплитудное движение, чтобы создать скорость. То есть за счет подхлёста мяч, в принципе, контрольно и хорошо улетает назад к сопернику. Да, не сказал еще по поводу дуги и траектории. Это, в принципе, наверное, можно назвать, опять же, там, отличительной чертой вискарии, либо Джанджике ALC, которую я тестировал, но пока еще не снял видео, кстати. А нет, у меня когда-то было старое видео, но там я очень коротко просто рассказал свои впечатления. Если вам интересно увидеть обзор на Джанджике ALC с видео, пожалуйста, тоже об этом напишите в комментариях. Так вот, у Вискарии Super ALC достаточно высокая траектория и средневысокий угол выброса у основания. Сама длина траектории, она средняя. Это говорит о том, что при обработке достаточно просто попадать в стол. То есть траектория высокая, мяч успевает вкручиваться в стол, и, собственно, ну, никаких проблем, да, там, сложностей попасть в стол нет. Более того, это делать очень удобно, как я уже сказал, достаточно буквально чуть-чуть подкрутить мяч. Этот момент мне тоже понравился очень в Джанджике ALC, то есть при игровых ситуациях у вас есть полная уверенность, что вы попадете в стол, как бы вы активно не играли. Просто потому, что достаточно высокая дуга, и практически любой мяч достаточно легко вкручивать в стол. То, что я хотел сказать про это основание, я сказал. Сейчас еще привожу пару слов от игрока достаточно хорошего уровня, существенно более высокого, чем у меня, который играет данным основанием уже продолжительное время.
который играет данным основанием уже несколько месяцев, и я думаю, что очень кратко сможет дополнить этот видео. Так, надеюсь, речь будет складной, добротной. Что могу сказать? Искария Super LC – это основание высочайшего качества, без преувеличений. Это очень хорошее игровое пятно. Разумеется, потрясающая скорость, но что самое удивительное, при всем при этом очень достойные показатели контроля. То есть, как человек, который 2.5 года играл обычный вискарий и максимально спонтанно перешел на вискарию Super LC, вот буквально полгода с момента перехода у меня прошло, и за эти полгода я с 650 РТТФ поднялся до 750. Вот, нельзя, конечно, все это на ракетку сваливать, но я думаю, свою лепту это тоже привнесло, так как стало гораздо меньше невынужденных ошибок, каких-то непредсказуемых траекторий и вылетов. Посоветую любому человеку, который хоть раз в жизни играл основанием с LC, так называемым, будь то GNGK LC, Viscaria, Timabola LC, любой такой человек может просто взять Viscaria Super LC и получить еще больше скорости и при этом лучшую управляемость и остаться по всем фронтам в плюсе. Вот, из недостатков могу назвать только, пожалуй, требовательность к технической подготовке. То есть, в принципе, кривокос ей можно играть, но, разумеется, на полную она раскрывается только в том случае, если ты делаешь все плюс-минус технично. Благодарю Ярослава и Александра за то, что помогли записать этот ролик, поподставляли, поассистировали. И, кстати, да, данные вискарию я буду продавать. Связаться со мной вы тоже сможете по ссылке в описании. Ну и на этом все. Увидимся в новых роликах. Пока!